Всем привет! Сегодня на обзоре Educaphone под номером 571. Инструмент настроен в тональность пентатоника ля минор. Давайте послушаем, как он звучит. Здесь идет гравировка нот в руническом стиле. Это латинские буквы в такой стилистике. Лепесточки идут с латунированием. Они золотистого цвета. Цветовой узорчик закручен в галактику. Здесь синие, фиолетовые, голубые оттенки. Немножко бордовых. С обратной стороны больше синих, голубых. Имеются ножки из натуральной кожи. Ножки позволяют ставить инструмент на твердой поверхности и обеспечивают звук. Лакировка выполнена с блестками. Они переливаются, как звезды в ночном небе. Такой вот обзор на сегодня. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.